Здравствуйте! Сегодня мы с вами узнаем, как управлять положением слоя на нашей веб-странице. Для этого давайте перейдем в Visual Studio и рассмотрим наши примеры. Сейчас у нас есть три блока. У каждого из них есть свои свойства. Это цвет, это ширина, граница и высота. Ну и текст, который находится в контейнере. Давайте запустим в браузере и посмотрим, как оно выглядит. Для того, чтобы позиционировать наши элементы на странице, нам нужно использовать свойство Position. Свойство Position устанавливает способ позиционирования элемента относительно окна браузера или других объектов на нашей веб-странице. Давайте перейдем в Visual Studio и попробуем что-то изменить. Давайте укажем свойство Position для второго элемента. У нас есть значения Absolute, Fixed, Relative, Static. Нас сейчас интересует Relative. Положение элемента устанавливается относительно его исходного места. После того, как мы пропишем его для какого-нибудь тега, у нас появится возможность смещать элемент, осуществлять позиционирование для этого элемента с помощью определенных правил. Это Left, Right, Top, Bottom. Лево, право, вверх и вниз. Но нужно понимать, как задаются отступы. Если мы укажем left 400 пикселей, это значит, что отступ от левой стороны вправо будет соответствовать указанной величине. А там топ какой-то или bottom, это будет соответственно отступ сверху вниз или снизу вверх. Если мы укажем отрицательные значения, то элемент будет двигаться в противоположную сторону.